Субботний детский праздник был омрачен. Толпа родителей и детей ждала Деда Мороза из Великого Устюга. Сказочный персонаж появился на площади Пушкина на санях, запряженных лошадью. Пока Дед Мороз со сцены поздравлял ивановцев с Новым годом, животное упало на землю без признаков жизни. Чтобы не шокировать маленьких горожан, ее накрыли попоной. Убрать труп удалось только после завершения концерта. Причина смерти животного неизвестна. Одни предполагают, что лошадь напугала громкая музыка, другие говорят, что даже на внешний вид животное было старым. Тем не менее, все однозначно сходятся в том, что гибель символа будущего года – плохая примета.